надо море, а дай завтра мы себе кофе. Вот. А 24 февраля кофе. Что это? Что это? Ты кво? Иди сюда. Потом далеко так уходит. Ну, давай рядом с нами. Мама, я сюда. Я тебя снимаю на видео. Я тут всех снимаю. Подожди, Машина сбитая. Да вон там машина сбитая. Хочу посмотреть, какой блокнотик. Честно, я там крутые, я положу, там расплатил. А для кого-то на тебя наползла? А тебе нравилось? Ой, еще водить сказал. Смотри, как будто настоящая змея доходит. Вот Вера говорит, когда она будет видеть, как вот там, да, да, была пустыня вообще. Да я так не хочу. Там, где тут рядом, где-то недалеко, что-то рядом. Ты так не нравишься, что-то, чтобы они не видели вас.
Не поймаешь никогда в жизни, никогда. Ну ничего, ничего, вот у нас побольше разница, чтобы вот именно разница, была лялька и нянька. А у них вот видишь, маленькая разница. Как-то он еще, он ее не слушает, как скажет. Ой, я тебе что говорю. Она раньше пойдет, у нее по затылью, да, плачет, плачет сразу. Раньше не сейчас да. Она еще не сидит. Ну, учился. Да. Да. Ты же все к нам поиграем. Мы играем. Мы обратно пойдем, а нам с голубями поиграем. Конечно. Да мы там, да, мы поем, а мы на нас поймаем тебя. Обожаю. Я подушку приедь, проучись в Москве. На 3 месяца. Детский мирок. Сына снимаешь? Да. Вот это все, смотри, вон там слоненка, вон там, вот какая красота. Сына, вот так, как будто бы ты под куполом. Ага. С куполами давай сюда. Я помню, в прошлый раз там под дождем, от дождя прятались. Под... Дождик начался, а мы ходили яблоки. Ну как, сначала кругом обойдем? Да, как это. Давай, а да, ниже, кому интересно. А потом по этим, внутри. Тут нельзя, если смотрите, нельзя заходить. Ну, сын, а что ты справа ничего не делаешь? Вот сюда, смотри, шесты. Вообще обалдеть. Как это называется? Вот она и пойдет в лес, и найдет. Стоп! Лови ее! Далее туда не лазит. Лови! Какая сегодня? Еще две! Смотри, смотри, как у бабушки такие сели и такие. У меня есть. Вот. Ну, папа, такие не видит. Пожалуйста. Да ничего, ничего, все нормально будет. Никогда на этом не расстраивайся. Там смотри, какая-то тоже лестница есть. Там, наверное, будет романтик. Да, уже все закрыто. Внизу лестница, я думаю, как это. Они на стене, да? Электричество отключение, космотическое. И батареи, и все. Ну да, а конечно. Это. И все греет. Это все. Это
Мама, слушай, ты фонтаны спаси меня. Мама, мы тебе поможем, мама, ты фонтаны спаси меня. Мама, мы тебе поможем, я могу тебе давно очень. Терасы не сделали. Да, терасы обработаны. Да, показания. Расписала. Мать, Мира. Это вот Белузева, твоя подружка, она знает, что такое сидение. На двоих детей. Смотрите, что сказать вам. Верхись на одной ноге, блин, в разные стороны. Вот как. Что такое наша жизнь. И ходили, замерзли, как цуцики. А я говорю, давайте еще вопли. Да нет, уж давай, пошли домой. Я говорю, ладно. Да вон, мама, смотри. Вон голова. Да вон она. Вот она какая огромная, сын. Видишь ты ее? А вот он же вон она, возле камня. Видишь, возле камня. Видишь, она живая. Ну, конечно, это ее среда обитания. Вон она, возле камня, видишь? Да. Мы лапки накинули, сложила. Мы сюда кинули одну шишку, она не двигалась. Потом большую кинули, она сразу поплыла туда, камни. Конечно, да. Да. Она еще из коту камни, я тут еще маленько ездила. Маринка, собирайтесь к нам. У нас вообще в этом году только будет 15 октября будем только дома. Я бы хотела вместе. К нам без разговора. Я сама вас. Мы сумочек так не видим. На наверху тебе не видать, наверное, ты маленький. Аделя, надень куртку сверху. Может, не застегивать. А, солнышко закрывает тучи. Норка! Норка, да. Вот он, геологи у нас. Бабушка надо. Ну все, уже все. Этим за счет. Да, где она будет вам? Она вам не даст никогда. Да. Гоняйте за ней по всему склону. Да она там с листиками играла. С листиками играла. У меня Владимир всегда вот с ними хотел. Это самое. Ростислав! Мы вот здесь, сидим. Мы здесь, дети. Thank you.
на разных цветах. Но вот сейчас не сезон, они ближе к декабрю. Сейчас все от этого названия декабристы. По стене у нас в горшках агавы растут. Голубая агава в середине делают текилу. И здесь есть кампус. Можете посмотреть. Далее у нас драцена. Драцена обычная, драценная юбка. У них особенность, что ствол всегда лысый. То есть, вы видите, многие спрашивают, у нас не зависит от пальмы, все абсолютно нормально, у них такая особенность у всех пальм. Макушка пушистая, ствол всегда будет лысый. Но вот эта малышка, это тоже у нас драцена. Здесь можете казалось поближе посмотреть, и можно здесь Так, дерево около, в начале года, это авокадо у нас. Сразу предупреждаю, все деревья, которые должны плодоносить, они не плодоносят у нас, потому что искусственное помещение нет опылителей. Они у нас как декоративные листья. Авокадо. Вот это вот, да? Далее у нас красненьким цветет канна, а под канной такие зонтики. Это циперус или ближайший родственник папирус. То есть папирус у нас 3 метра достигает на улице, ну, в дикой природе. А это уменьшенная копия, но выпьет они одинаково. Далее у нас кустик, это жасмин комнатный. То есть далее тут у нас такой кустик. Это фикус крученос, из него раньше делали резину. И внутри молочко, если вы сказали, как по пальчикам, то будет как резиновый шарик. Раньше там были плантации, но сейчас они как ушли. Резина делает по-другому, но этот фикус стал более здоровой. Вариант? Это вся большая лиана, что тут растет. Можете в середине посмотреть соцветия. У него розовенькие, маленькие, там в глубине. И в середине мы посмотрим еще один сорт. И далее такой сорт, как кустик. Да, молочко, что ли? Ты запрещаешь, что ли, молочко? Так, около стены у нас большими листьями это монстера. Жиры спина листья. Как вы думаете, зачем ли жиры спина листья? Где она в дикой природе растет? Далее у нас такое дерево стоит, это ель домашняя. В нашем климате на улице она не выживет, очень холодно. На юге растет круглый год на улице, дома приказывается, тут, здесь вот часть ее иголок мягкая, середина очень колючая. Иголки на зиму не сбрасывает. Такой большой дом, конечно, не вырастет, но если вы хотите дома хвойное растение, то вот это самый лучший вариант. И вообще это реликтовое растение, то есть даже если на запах оно жило, и если у меня шумит, вообще не будет. Вот, ищи, вот, видишь? Вот, иголочку я ломала. Вот. Да, не трогайте, а то она пристает. Очень интересно, вот в огороде. Когда он цветет такими колокольчиками большими, рядом со цветами нельзя долго находиться, потому что через голова кружится. Потому что он со всех сторон немножко бред. Такая раскидистая пальма, а это у нас финиковая пальма. И сероватый вид. Но прям как попелек. Не очень приятное ощущение. И далее у нас такая большая лиана. Это пирадетта. Мы в середине видели, по большому кругу видели розовые, маленькие соседи, тут белые, крупные с белыми. Да, это совершенно другой сорт, но тоже кому что нравится. Наш парень тут, конечно, не голубые, к сожалению, появится. Да. Там у нас здесь такая большая лиана растет, это флора. На ней образуются плоды маракуйя. У нее очень красивые соцветия, напоминает кулирическую звезду. Но она сейчас у нее цветет, она переезжает покоя у нас, но цвела очень красиво, но, к сожалению, плоды у нас не формируются. Тоже она у нас не плодоносит, к сожалению, но бананова пальма – это трава вообще считается, то есть у нее вот кора, которую мы видим,
это не та кора, которую мы знаем. У нее лист обламывается и затвердевает часть. То есть это более как такую механическую функцию выполняет защиту, чтобы пальма не сломалась, чтобы она стояла ровно. Далее у нее формируется цветок. Если цветок оплодотворить, там будут бананы. И знаете, у него здесь очень напоминает рыбий хвостик. Она сама по себе такая рваная, то есть мы ее не стрижем, ничего, вот ее до этого и ценим. И далее мы подошли к закрытой комнате. Здесь можно понюхать цветочек. Вот это так пахнет. Идите понюхайте цветочек. Вон туда вперед, идите и нюхайте. Потому что, смотрите, вот здесь сравнение два типа, кучконосный и бильгер. Кучконосный у нас абсолютно гладкий, а бильгер такой опушенный, и у него воздушные корни. В принципе, все. Вот это вот борщ. Да, вот, вельвет. А, вельвет. Вельвет, вот видите, она прям как будто как ткань вельвет можно потрогать. А не скажите, что у вас там за дерево такое? Как лопухи, огромные листья такие? Да, на улице. И таблички нет. Какие вот они? Вот, сердечко огромное. Да, около пруда? Да, да. Катальпа. Катальпа? Катальпа, она очень красиво цветет. Она... А что-то там на ней никаких ничего нет? Нет, она цвела в июле. У нее такие соцветия огромные, красивые, белые. У нее разнообразные сорта, если она абсолютно по-разному цветет. Ее даже можно не семечек выращивать, можно в интернете заказать. Она очень красиво цветет. Она зимует, да, нормально? Да. И она может, мы не укрываем. Вот прямо в нашем огороде, да, перезимовать. Да, у нас зимует, мы ничего не делаем с ней. А есть такие хищники, которые едят, так открывать? Нет, нет. Это мухоловка нет, у нас таких нет. Вот видишь кому-то. Владимиру, давай посмотрим. Февраль. Да что ты? Это праздник любви, да, вот 14 февраля. Да, 14 февраля. А мы залез на хлам! А? Плохо хлам залез! Ну очень плохо, это нельзя делать. Да пошло, идем и стены. Диалет не открывается. А это разве дубовые листья? Что? Нет, фляна. Это вот дуб ты от него, да? Ну-ка, что тут такое написано? Держись, вот небо. Карагач. Давайте вот здесь я вас вчетвером сфоткаю. Мы можем увидеть кувшинки. Мама, мы сейчас пойдем коня смотреть. Уже поздно? О, да. Как это называется? Зебры? А нет, как это называется? А зубры, зубры? Выдра, рысь. Вот рысь, я говорю. Лисова, что ли? Лисова? Нет, лисочка. Да, и выхуха. Надо беркут кречет, пилинг вроде на языке. Это две птицы. А пустельга, скопа, сапсик, это не хищник. Золотистая щурка, черный айс. Иди,
Да, мы просто рвут заниматься. Можно будет все показать на выступление. Чтоб ты задумал. Визу дали. И три нос. Нос! Давай тебя поднять? Нет, давай, я уже потерла. Носик, носик, носик. Нет. Не сломай, не сломай, не дай бог. Все, пусть будет хорошо, пусть мы съездим. Ой, это что мы будем? И вы хотите, чтобы... Это аптека. А почему мама ему вот это не трогает? А? Не трогает, что же живот? Сына, Патрик. Смотри, какая бабушка ездит. Ну, сына, ну давай. Смотри, какой еще, сын, смотри. Угу. Вот на собор посмотри, какая кладка.
кореша, мы тут. На что я?